На омском рынке наружной рекламы не осталось мест. Пожалуй, так можно объяснить расположение двух щитов на улице Маршала Жукова. Одна из конструкций установлена на бетонном блоке, и с двух сторон на ней актуальные рекламные баннеры. Но в метре от этого щита работники, по всей видимости, другой компании установили свою конструкцию. Закрытой оказалась растяжка популярного магазина. Отмечу, что щит, который появился позже, используется только наполовину.